Добрый день. Сейчас посмотрим с вами вот этот комплект замечательный. Это у нас дуал Дека C810, CV1200 усилитель и CT1240 тюнер. Есть еще у меня к нему проигрыватель, он пока у меня в профилактике. Но пока просто послушаем, как это все звучит. Шикарный вообще коричневый цвет. Вот, очень редкая, как бы, вот набор, как все, понимаете, то есть по кускам где-то можно что-то покоцанное найти, но это вот все в очень хорошем состоянии, идеально, я никогда не говорю, что идеально, это из коробки вы в магазине вынимаете, а это, можно сказать, очень хорошее, ну, просто вот, не знаю, без следов, так сказать, пользования, где-то очень аккуратно у хозяина стоял. Вот сейчас кассета играет. Акустика Infinity Kappa 6.2 серия. Останавливается вот так вот, видите, вот вы вынимаете, как бы, и, ну, или просто нажимаете, чтобы остановить. Вот, очень мягко работает дека, как бы, там с этой стороны классика записана. Я все время путаю привычки, видите, вот, то есть, как бы, вот. Да, вот. Вот. И у усилителей немецких, у дуалей конкретно, у них угол угла поворота резистора не логарифмический, а линейный. Поэтому, вот, например, как мы обычно на 9 часов слушаем, здесь вы будете слушать на 5, образно говоря. Вот. Вот. И сейчас другая. Ну, все это вместе звучит очень хорошо, поверьте мне. Очень мягкий звук, красивый. Очень красивая сцена для этого усилителя. Приятная вещь. Вот, сейчас мы с вами, да, здесь, видите, презент включено. Вот. Добрый, вот. Вот, у меня сейчас стоит все по нулям. Вот, и теперь включим у нас тюнер. Так, монитор выключаем. Это вот радио Эрмитаж тюнер работает. Вот, что были уверены, видите? Do me right by my baby.
сейчас мы перейдем, здесь на Tape 2 у меня включен компакт-диск. Сейчас послушаем, как это будет звучать с компактом. А? Можно что-то побыстрее включить. Включил компакт, переключаюсь опять мы на тюнинг. И вот у меня дека. Вот, стоп. Ну, в общем, вот такой комплект. Да, будет еще проигрыватель, если не ошибаюсь, 508-й. Он из этого же вот комплекта родного, как он продавался в Германии. Я, конечно, не буду ни сторонник продавать все это по отдельности и обычно не продаю. Вот. Просто сейчас он у меня в профилактике, но имейте в виду, это будет все вместе. И это можно будет пока еще, пока можно будет потом приобрести.
Ну, ну, я не думаю, как. Больше таких вещей у меня вряд ли будет. Вот, если повезет подобрать как бы вам акустику, то комплект будет просто замечательный. Он фактически убивает все вот цели. То есть и можно какие-то записи аналоговые послушать, и винил, и как бы и тюнер. Все будет на достаточно высоком уровне. Как бы и главное, что еще эстетика соблюдена. Все красиво в коричневом цвете. Это редкий аппарат у меня. Потом будет в серебре, но это он будет как бы верхний уже усилитель, но в серебре. Ну, как-то, не знаю, многие любят именно такой вот коричневый цвет. Ну, на этом, пожалуй, все. До свидания. Посмотрели, покрутили. Вот он есть. Он живой. Он как бы работает. И, если что, пишите. Там на Авито будет потом выставлено. До свидания и до новых встреч.